Полная практика прощения с Green My Life Ярослав Мудр Воронцов. Татьяна, 9 января 2020 года. Осознание за день. Прошлого не вернуть. Будущее неизвестно. Есть только настоящее. Итак, первое. Первое мое осознание – это то, что существует только единственный момент – в котором мы находимся сейчас. Это здесь и сейчас. Нет ни прошлого, ни будущего. Есть только один единственный момент, в котором мы находимся. И важно удерживать осознанность в каждом моменте, ценить каждый момент и жить в моменте, а не в будущем или прошлом. Не направлять свое внимание ни в прошлое, ни в будущее, а вот здесь и сейчас. Второе мое осознание – это то, что когда мы принимаем ответственность за свой поступок, за какую-то ситуацию, то есть мы там извиняемся, приносим извинения, заглаживаем свою вину, да, ну, к примеру, это мы проявляем взрослую позицию. Когда мы не прячемся, мы открыто говорим, что мы готовы нести ответственность за свои поступки. Это взрослая позиция. Третье. Важна формулировка слов, фраз, которые мы говорим, пишем. То есть, что я хочу сказать, что важно исключить негативные смысл, который несет, да, то есть должно быть во всем позитив, то есть использовать такую формулировку, чтобы это чувствовалось в позитиве и несло позитивный смысл. И четвертое, что если нам чего-то не хватает, например, мы хотим, чтобы нас любили, там, больше любили или больше внимания, ну или еще чего-то, то важно не искать это во внешнем проявлении или ждать от кого-то, или требовать тем более от кого-то, а нужно самим научиться этому, самим научиться проявлять это к кому-то, в мир, и тогда все вернется к тебе, все проявится. То есть таким образом мы сами учимся, например, как любить, как это проявлять, как это работает, грубо говоря, да. И таким образом мы сами изучаем эту тему и начинаем в мире это потом видеть и подтягиваем это к себе ближе, да, и мир нам дает это, то есть мы даем в мир вовне и потом получаем в свою сторону это, то, что сами проявляем. Вот, по осознаниям у меня на сегодня все. С вами была Татьяна, полная практика прощения с Green My Life и Ярослав Мудр Воронцов.